Всем привет, меня зовут Кирилл Рыбасов, я президент компании Мультифинанс. Мультифинанс — это страховой брокер, который ежедневно оформляет полисы ОСАГО, как бумажные, так и электронные. И этот видео я записываю специально для автомобилистов, не для страховых агентов и страховых брокеров. Может, вы знаете, что я в том числе и обучаю страхованию. Так вот, я записываю это видео именно для автомобилистов. Если вы знаете, то в самое ближайшее время будут повышены тарифы. Будут повышены тарифы на ОСАГО, обещают примерно в диапазоне 20%, но скорее всего будет еще больше. Поэтому сейчас самое время заняться вопросом вашей скидки за безаварийное вождение. Потому что полис ОСАГО можно фактически покупать при прочих равных условиях, при всех остальных параметрах, там возраст, стаж, сколько вы безаварийно водили автомобиль, точнее просто возраст и стаж, давайте с этих показателей, возраст, стаж и тот регион, в котором вы живете. Но есть такой серьезный показатель, это безаварийное вождение. И как показывает наша практика, как показывает практика моих агентов, как показывает практика моих студентов, вот с этим, вот с этой скидкой очень большие проблемы у многих автомобилистов. То есть сейчас вы можете иметь стаж там 15 лет, но скидка у вас будет как у молодого автомобилиста, которому там 3 года вождения и так далее. На сегодняшний момент есть прекрасная возможность сэкономить на ОСАГО за счет именно восстановления скидки за безаварийное вождение. У нас есть этот метод. На сегодняшний момент из 10 клиентов, где-то 7 клиентам, 8 клиентам мы можем восстановить скидку в течение суток. Поэтому, если вы в самое ближайшее время планируете купить полис ОСАГО, то вы можете воспользоваться этой услугой. Но я вообще, конечно, настоятельно рекомендую сейчас прям начать, даже если у вас полис там в сентябре, в октябре. Почему? Потому что все сейчас узнают, что тарифы на ОСАГО увеличиваются. Они обычно растут именно когда? В тот момент, например, когда наступит 1 сентября, вот с этого момента все полисы, которые будете оформлять, независимо, вы оформляете его на 5 сентября, на 15 октября, они уже будут по новым тарифам. А все полисы, которые оформлены будут до 1 сентября, они будут еще по старым тарифам. И значит, очень много людей бросится в августе, в конце августа оформлять полисы ОСАГО, и в конечном итоге будет большая очередь, везде будут какие-то проблемы, что-то может не восстанавливаться так быстро, то есть та же самая скидка может так быстро не восстанавливаться. Поэтому я рекомендую вам, если вы действительно, если ваш автомобиль застрахован в сентябре, в октябре, то я настоятельно вам рекомендую уже сейчас, летом, заняться вопросом восстановления КБМ. Удовольствие стоит через нашу компанию, если вы обычный человек. Ниже этого видео посмотрите цену. То есть ниже этого видео можете посмотреть, сколько это для вас будет стоить. Опять же, восстановление от суток до 10, в зависимости от сложности ситуации. Но экономия у вас может быть до 50%. А не только на первую страховку, но и за все следующие года. То есть почему? Потому что если сейчас у вас, например, скидка всего лишь 15%, то в следующем году она будет 20%, еще в следующем году 25%, и так пошагово вы дойдете до 50%. Но, например, восстановив скидку сегодня, вы получаете сразу 50%, а значит, все последующие года вы не будете переплачивать. Мы, например, делали расчет для Архангельска, для одного из клиентов, который потерял скидку за безаварийное вождение из-за того, что там поменял права. В конечном итоге у него экономия что-то около 28 тысяч получилось. Поэтому восстановление КБМ — это классный инструмент на сегодняшний момент для автомобилистов, чтобы экономить на ОСАГО, особенно в ту пору, когда дорожает бензин, в тот момент, когда увеличиваются тарифы на ОСАГО. В общем, друзья, ниже этого видео можете посмотреть ссылочку, перейдите по ней, форма заявки, оставляйте свою заявку на восстановление скидки за безаварийное вождение, и постараемся вам восстановить. Ну, вы должны понимать, что это не 100% гарантия, но вероятность у нас, мы считали, из 100 человек 87 восстанавливается, 5 и более процентов, и где-то 84 восстанавливаются 10 и более процентов. Поэтому пробуйте, тестируйте. А и, кстати, что, если у вас скидка не восстановится, это для вас ничего не будет стоить. Меня зовут Кирилл Рыбасов, Академия страхования Мультифинанс, финансовый супермаркет Мультифинанс. Всем счастливо, пока-пока.